Таких вот зеленых красавиц главный атрибут Нового года продает Евгений Вахрушев. Но праздник закончился, а елки остались. Весь нереализованный товар теперь прячется под сугробами. Нынче осталось порядка 150 маленьких елочек и порядка 20 елок 3-4 метра. И нынче как-то продажи были не очень. Не знаю, с чем это связано. Тухлую, что осталось от продажи, в прошлые годы предприниматель отвозил в зоопарк на корм животным. Но нынче объем очень большой, говорит Евгений. Из соцсетей узнал об экологической акции «Елки в дело». Поэтому намерен сдать хвою на переработку. В Ижевске такой проект реализуется впервые. Акция очень нужна, считают экологи. Выброшенные новогодние елки – это настоящая боль, признается Анна. В прошлом году я видела, что вот конкретно у нас на контейнерной площадке лежало около 7 елок. Чаще всего ставят в отсек для крупногабаритного мусора. И вот когда идешь, и там все завалено. В Германии за выброшенную новогоднюю елку можно получить штраф 50 евро. Ижевчане же теперь смогут дать отслужившим живым елям второе дыхание. Специальный контейнер, где принимаются деревья, установлен в парке космонавтов. И прежде чем принести сюда елку, не забудьте снять мишуру, новогодние шары и игрушки. Еще очень важный момент. Ствол дерева должен быть не больше 10 сантиметров. Это важное техническое требование для дробилки, которая сюда будет приезжать периодически, освобождать этот контейнер, дробить в щепу. Щепу от переработанных елок будет использовать Ижевский дендропарк. Здесь растут редкие кустарники и деревья. И щепа от новогодней хвои послужит для них органическим удобрением. Щепа помогает бороться и с сорняком. Можно ей отсыпать и пешеходные дорожки. Щепу мы используем как экологически чистый материал мульчирующий, который можно отсыпать приствольные круги насаждений, ну, крупных насаждений деревьев, чтобы сорняк не рос. И ну, чтобы эстетично смотрелось. Принимать елки на переработку будут до 24 января. В следующем новом году, обещают организаторы акции, спецконтейнеры для елок установят уже во всех районах Ижевска. Светлана Буланова, Юрий Зеленький. Новости.